Розкажіть нам, глядачам, нам цікаво, чим ви займаєтеся? Розкажіть щось трошки про себе. Займаюся зараз я футбольний тренер. Приїхав в Тернопіль. Став працювати у ТНЕУ, в університеті, відділ спорту. Буду здесь піднімати футбол, організовувати команду. Про себе розказати. Сам я був професіональним футболістом, грав у Совєтському Союзі. Уехал в 89-м году в Германию, прожил там 25 лет. И я знаю, какое сложное время сейчас у нас в Украине. И год назад я вернулся, чтобы здесь, скажем, поднимать этот вид спорта. В стране у нас сейчас сложная ситуация, мы это все знаем. И поэтому мне хочется помочь нашей стране. В частности, здесь появилась возможность у меня в Тернополе, я переехал сюда. І буду здесь развивать этот вид спорта. А ви мали таку практику грати за іноземні клуби? Да, я играл в Бундеслиге, за команды Шальке 04, Бохум, Дюйсбург, в Турции. Вот. Был игроком сборной СССР, олимпийским чемпионом стал в 88 году в Сеуле. Вот. Неоднократно выигрывал чемпионат Советского Союза и был много раз призером. Ну, как-то так. А чим відрізняється наш український футбол, наприклад, від Бундесліги, від німецького? Отличается уровнем. У нас на данный момент не совсем хороший уровень футбола, поэтому это зависит, все начинается от условий, от тренеров, из детского футбола надо начинать нам. У нас недостаточно в стране полей футбольных. Скажем, здесь в городе, в Тернополе нет ни одного искусственного поля. Это на данный момент, на сегодняшний современный, скажем, это нонсенс. И срочно надо это делать. Я постараюсь приложить со своей стороны все усилия, так как знаю и людей, которые этим занимаются, и постараюсь помочь, чтобы побыстрее в городе Тернополе построили футбольное поле, в первую очередь. Вторая большая проблема – это работа с детьми. То есть тренер – очень сложная профессия, тем более детский, надо знать и психологию, и дети разных возрастов, они отличаются, и надо начинать с детей, надо учить тренеров работать с детьми, потому что детский тренер, как и учитель начальной школы, должен сначала научить, скажем, писать буквы, Слово. цифры, а не предложения. Вот в этом большая проблема. Поэтому этому надо уделять внимание. Ну и я сказал, что со своей стороны постараюсь максимально в Украине, ну, начнем с Тернополя, здесь ставить школу детям и также организовывать взрослый футбол. Зрозуміло. А от ви як тренер, ви скільки часу приділяєте тренуванню? Скільки потрібно часу для тренувань для команди? Ну, чтобы чего-то достичь, это как профессия, надо каждый день работать, надо каждый день уделять внимание. Естественно, есть выходные, но период подготовки, период соревновательный, это каждодневная работа. И здесь, скажем, если у тебя будет один выходной в месяц, это уже много. Поэтому, чтобы чего-то достигать, надо каждый день уделять внимание и виду спорта, и себе, и своему телу. Скажем, профессиональный спорт, он не совсем здоровый, потому что очень много сказывается потом на здоровье людей, но тем не менее ты хочешь чего-то достичь в жизни, ты ставишь, сначала мечтаешь об этом, потом эта мечта превращается в цель, и ты идешь к этой цели, достигаешь ее уже своим трудом, своим вложением, своим умением, головой, скажем. Я думаю, что все виды спорта, прежде всего, надо думать
как ты достигнешь, и все идет, скажем, от того, насколько человек развит умственно, и все остальное — это инструменты, наши руки, наши ноги, мы их тренируем, мы их поддерживаем, а все виды спорта, я уверен, что идут отсюда. Уже так, сила в розумі. А ви вболіваєте за якийсь футбольний клуб? Нет, честно сказать, я, ну, как, есть клубы, которые я обращаю внимание, в которых я играл. Прежде всего, это мой Днепр, который, скажем, с моим появлением я вышел, попал в команду 18 лет. И 10 лет играл за Днепр, Днепропетровский. На протяжении этого времени, скажем, мы выигрывали все в Советском Союзе. Я уже не буду перечисляться, ну, очень много выиграли. И с того момента, как я уехал, моя команда как бы ни разу не стала чемпионом. И уже это моя фраза, реплика брошенная: пока я не буду там тренером в команде, то они не будут чемпионами. То есть будем ждать того времени. Ну, на данный момент я здесь, в Тернополе, и хочу здесь что-то сделать. Тобто це, можливо, ваша мрія — стати тренером Дніпра? Це не мрія, це цель. Цель — стати не обов'язково тренером Дніпра, але стати тренером хорошої команди на високому рівні. Тому що я дуже добре знаю все изнутри, і, скажімо, дуже багато нюансів, а все состоїть із цього футболу. Чим більше знаєш, тим ти більше можеш зробити. Вот. Ну, к сожалению, пока в Украине у меня не было шансов. Я проработал на хорошем уровне уже и в России, и в Молдавии. Вывел команду, скажем, с низов поднял наверх. И достигли с минимальным бюджетом высоких результатов. То есть команда попала в УЕФА квалификацию, в отборочные игры. И после этого я приехал сюда, к нам, в Украину, потому что я хочу здесь доказать и для себя, и просто для себя, что я могу здесь что-то сделать, в этой стране, в нашей, и в это тяжелое время, и даже без денег, без ничего, это не самое важное. А главная цель есть, и я буду достигать этой цели. Ну, от після тренувань, після важкого дня, чи полюбляєте ви сісти, переглядати трансляції, наприклад, Ліги Чемпіонів чи Ліги Європи? Да, это, скажем, профессиональный спорт — это как болезнь, поэтому футбол — это диагноз у меня. И, естественно, я могу, мне не составляет, мне интересно просмотреть 2-3 игры в один день, и мне это интересно, это мое. Я с удовольствием смотрю футбол и делаю для себя в каждой игре, скажем, какие-то выводы, как тренер. А какие, можливо, прогнозы, кто станет чемпионом Лиги? Лиги чемпионов? Да. Я думаю, все-таки будет Реал Мадрид. У них настолько сейчас с приходом Зидана на пост главного тренера, они очень уверенно играют в каждом матче и относятся очень внимательно к каждому сопернику. И, то есть я думаю, что в этом году выиграет Реал Мадрид. Я разумею. Что вы можете побажать нашим глядачам, особливо спортсменам? Я хочу пожелать в первую очередь всем быть здоровыми. Ну и в наше сложное время, которое сейчас для нашей страны, не опускать руки, добиваться своего, добиваться всех целей своих и идти добиваться побед, в чем бы это ни было. В команде важнее всего ты. Не от одного тебя зависит результат действий, результат игры. Поэтому это семья, это ты должен принимать здесь не только 11 человек, которые выходят на поле,
Здесь есть еще и тренеры, и есть еще и запасные игроки. И это очень, очень сложная семья. Чем мы знаем, чем больше людей, тем сложнее. У каждого есть свой характер, свой подход, свое мнение, свое видение. И объединить это все в одно целое, это очень и интересно, и сложно. И с другой стороны, добиться командного результата, это очень интересно. Да, конфликты, когда был спортсменом, конфликты возникали, и когда тренером был, конфликты возникали, или сейчас тренер. Иногда и самому приходится провоцировать конфликт, чтобы что-то изменить. Потому что конфликт — это не всегда плохо. Конфликт — это бывает и хорошо. Ты должен, исходя из ситуации, создать конфликт, чтобы человек задумался о том, что он делает. И, естественно, когда я был спортсменом, не было такого большого опыта, как сейчас, уже пройденный этап жизни какой-то есть. И конфликты обязаны быть в спорте. Ну, если сказать, что нет, это совсем может быть неправда. Некоторые расслабляются так, некоторые по-другому, но человек для себя сам выбирает, как ему расслабиться. Естественно, после напряженной игры, напряженного соревнования, футболист теряет за игру порядка 3-4 килограмм. Никто не задумывается об этом. То есть и выплеск идет эмоций, выплеск идет физической силы, и люди находятся, скажем, внизу эмоционально, и нет сил не встать, ничего не хочется. То есть как футболист, как спортсмен бывший, я это очень хорошо понимаю, но каждый для себя выбирает, как ему расслабиться. Скажем, пример приведу тому, что в Германии я прожил 25 лет и играл, заканчивал, ну, в 28 я приехал туда. Нас оштрафовывали за то, что видел тренер, что мы пьем кока-колу, фанту, такие лимонадные напитки. Разрешалось пить сок, воду и пиво. Вот за пиво никто не наказывал, и пей пиво сколько тебе, скажем. Ну, ты и перед игрой, не в день игры, а вот именно перед игрой, вечером команда собиралась, чтобы на ночь выпить по бокалу пива. Но больше никто и не пил, потому что это все понимают, что спорт профессионального не должен, и у тебя есть несколько лет, чтобы здесь, скажем, своим телом, своим умением чего-то достичь. Поэтому в разных странах относятся по-разному к этому. Но, скажем, конечно, существует такое, и в газетах печатают, и журналисты находят возможность найти кого-то, чтобы уличить в том, что человек принимает алкоголь. Ну, скажем, еще раз повторюсь, немножко алкоголя после игры, это я не считаю этим каким-то нарушением жизни. Заборонено такие виды спорта, допустим, как горные лыжи или еще что-то, то есть связанные с травматизмом. Ты не имеешь права, если ты заключаешь контракт с клубом, ты обязан выполнять все. Понятно, что случаются травмы, их не избежать на футбольном поле, но все мы от этого не застрахованы. С другой стороны, у футболиста должна быть страховка обязательная. Это тоже один момент, который у нас в стране пока не доработан. Они вроде бы и есть страховки, но на самом деле все лечатся за свои деньги. Вот. Ну, здесь много у нас в стране чего надо менять и улучшать. Выдумывать колесо не надо, оно уже создано, придумано, и надо только грамотно пользоваться.
Даже не знаю, что ответить на это. Может быть, и было когда-то что-то такое. Сильно не заморачиваюсь на этом и скажу, кому суждено быть повешенным, тот не утонет. У меня достаточно много знакомых есть по всему миру. Больше всего связываюсь, скажем, по скайпу с Игорем Скляровым. Он находится в Америке, в Чикаго. У него тоже спортивная, скажем, семья, жена Наталья Юрченко была чемпионкой мира, он тоже был олимпийским чемпионом. Вот мы с ним очень много общаемся. И много друзей в Украине футбольных, скажем, с теми, с кем я рос, Юрий Кулиш, он живет в Одессе, работал тоже во всех многих странах. Достаточно, я не могу перечислить, у меня очень много друзей, поэтому есть время, уделяем друг другу общением, пытаемся помочь чем-то друг другу, когда сложные ситуации в карьере или жизненные. Это жизнь.